на лайфе. Прощай, президентское кресло. Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Руссеф. Первой женщине главе государства запрещено заниматься политикой до 27 года. Полномочия бразильского лидера истекают только через 2 года. До декабря 18-го ее обязанности будет исполнять вице-президент Мишел Темер. Процесс импичмента начался еще в прошлом году. Ее обвинили в коррупции, бюджетных махинациях. Якобы госпожа президент препятствовала расследованию хищения в государственной госкорпорации Петробрас. И она без боя сдаваться не намерена. Заранее объявила, что подготовила сразу 2 апелляции на случай своего окончательного отстранения. Сами бразильцы регулярно устраивают демонстрации против и в поддержку политики. Нередко они заканчиваются столкновениями с полицией.